Уважаемые любители рок-музыки, нас посадили в клетку в ресторане «Пушкин», вернее, в кафе «Пушкин». Вот, видите, мы тут за стенках едем наверх, там открытая веранда, и оттуда вам доложим, а вкусно ли тут готовят. И узнаем, что ж тут ел Билл Клинтон вместе с Борисом Ельциным. Добрый вечер. Здравствуйте, люди. Добро пожаловать. Что у нас вкусно на корме? С удовольствием. Есть такие? Конечно. Только для тебя. Елена Ивановна, тут есть хорошие люди, которые вкусно кормят. Хорошо. Идем. Уважаемые любители рок-музыки, ну видите, какое экзотичное место или нет? Да? И народу там не пусто, а тут народу прям. На Тверской бульвар, а это находится на Тверском бульваре. Нет. И вон там. И все. Топ. Уважаемые любители рок-музыки и любители вкусно поесть, мы находимся на веранде на крыше кафе «Пушкин». Для тех, кто не знает, расскажу, что такое кафе «Пушкин». Это знаменитое московское заведение, которое существует достаточно давно, я не помню, сколько годов, но с 90-х имеется в виду. У нас рестораны только начали появляться приличные в Москве, 90-е годы начала, и поэтому... Когда приезжали гости, высокопоставленные, на встречу с президентом России, с Борисом Ельциным, нужно было думать, где их встречать, где их кормить обедами. Борис Ельцин сделал это кафе знаменитым. Он встречался здесь с Биллом Клинтоном. Я, честно говоря, даже не знал, где это кафе. Но когда услышал, что Ельцин встречался с Биллом Клинтоном, я поехал его искать. Честно говоря, я его еле нашел. Стены кафе такие потресканные, под старину сделаны. Называется не ресторан, а именно кафе «Пушкин», хотя это, конечно, дорогой ресторан. И здесь русская кухня традиционная, всякие кулебяки, вот эти все борщи, щи, растягай, вот здесь это все присутствует. Уважаемые любители рок-музыки, ну, здесь для того, чтобы придать русский характер всему заведению, даже вот меню написано таким старославянским языком, с твердыми знаками на конце слов. Допустим, гастрономический вестник, видите, твердый знак на конце. Ну и блюда именуются так, как именовались они в царской Руси. Приведу пример. Винегрет французской из разностей с балтийскими кильками под постным маслом. Или морские жители, пополненные разными овощами, горкою. Салат зеленый с овощами, спаржами и росточками цои. Или щука, фаршированная по-местечковому. Я всегда котлеты щучьи беру, а тут прям щука первая попалась мне. Закажу сейчас, вы знаете, что я жвала щука. Будем заказывать. Краб камчатский в салат из гублинной с плодами южными на новый манер. Прикольное название, согласитесь. Очень интересно, уже такое небольшое произведение искусства. Это что, уже постарался, нашел старые рецепты, как они читались тогда, с твердыми знаками. А на обратной стороне меню, видите, такая прикольная надпись. Проверено цензурою. Помните, как у нас цензура проверяла все, каждое музыкальное произведение, прежде чем тебя выпустить на концерт публичный. Так и здесь проверяют цензурой и состав блюд, и то, что написано. Так, будем пробовать сейчас. И еще здесь есть, видите, меню нынешнего сезона. Меню по-старому написано. Окрошка летняя, щи зеленые из молодой крапивы. Гатон нынешнего сезона, черешня, клубничный сок. Вот такое вот меню нынешнего сезона. Ну и обратите внимание, как они называют коктейли.
взбитая смесь молочная, англичанами именуемая коктейль, с ванилью, с бананом, с клубникой и шоколадом. Вот так вот мы позабыли наше старинное название русских слов. Используем иностранные. А все-таки это одно слово. А у нас взбитая смесь молочная три слова. Одно слово экономичнее. Уважаемые любители рок-музыки, но мы сделали заказ рыбный, потому что объедаться же нельзя, вы понимаете. Приближается гастрольный сезон осенний. Есть уже нельзя, уже все. Поэтому Волощук СД заказал себе только закуски, больше ничего. Заказал себе соленые грузди со сметаной, попробую. Умеют ли грузди, кстати, солить надо уметь. Это не каждый умеет, это сложное дело. Я заказал себе, конечно же, щуку фаршированную, потому что я же Волощука, вы понимаете. Я должен оценить, как они тут относятся к этому благородному животному. Ну и вместо второго блюда я заказал себе свое любимое французское блюдо фуа-гра. Вот это то, что я заказал. Ну а знаменитый режиссер и продюсер Елена Ивановна тоже пошла по рыбе и заказала себе стерлядь фаршированную по-русски. И еще знаменитый продюсер заказал себе на закусочку тартар из тунца с авокадо. Вот такой вот с подвывертом у нее заказ. Вот такая вот у нее вот страсть ко всяким тартарам. Я их не перевариваю, а вот продюсерам нравится, видите? Будем пробовать. Вот такие вот мы сегодня гурманы рыбные. Уважаемые любители рок-музыки, я знаю, что вы мне будете критиковать, особенно хейтеры. Вот обжирайся опять в дорогих ресторанах. Да, ребята, обжираюсь. У меня 40 лет трудового стажа. На строечке, на заводе, на золотых приисках, на флоте. Знаете, руки так вот закатал и пахал всю жизнь. Поэтому могу себе позволить, это первое. Но самое главное не это. Я наслаждаюсь жизнью не в ресторанах, хотя и здесь я наслаждаюсь жизнью. Я наслаждаюсь от своей работы. Вот это главное наслаждение в жизни. Вот оно. Когда ты что-то делаешь, а тебе нравится то, что ты делаешь. Вот я занимался стройкой, и мне это нравилось. Я занимался наукой, и мне это нравилось. Я в душу вкладывал. А сейчас я занимаюсь музыкой, рок-н-роллом. Да, может быть, она не такая передовая, как мне хотелось бы, но я иду к этому. И мне это нравится, то, что я делаю музыку. Мне нравится то, что я анализирую музыку хороших музыкантов, даю на это отзывы. Да, я трачу на это очень много сил и энергии, но это не доставляет радость. Мне все доставляет радость в этой жизни. И даже мой строгий продюсер и режиссер, который не дает мне есть пирожные Наполеон, и то она доставляет мне большую радость каждый день. Я когда ее вижу, я улыбаюсь и таю перед накачкой, и после накачки таю. Вот такой вот у меня прекрасный продюсер. По совместительству мать моих четверых детей, Елена Ивановна. То есть надо жить, наслаждаться жизнью. И самое, повторюсь, главное, это любить свою работу. А если она тебе не нравится, то чтобы не превратить свою жизнь в ад, полюби свою работу. Вот это главное в жизни. Тогда ты будешь ее наслаждаться с утра до вечера. Вот так. И прекрасные люди принесли нам закуски. Вот этот прекрасный молодой человек принес мне фаршированное по местечковому. Щучку принес, люди добрые. Сейчас я буду пробовать, что они тут делают со щукой. Грибочки. Грузди соленые. Грузди. Со сметанкой. Я не вижу масла. Это я возьму. Спасибо. Масло сливочное желаете? Конечно. Перчику и соли. Приятно трапиться. Так что вот так вот. По поводу наслаждения жизни. Это хорошее приложение к настоящему удовольствию. Настоящее удовольствие – это твоя работа. Вот этим я наслаждаюсь всю свою жизнь. Даже когда я золото был на золотых приисках с соответствующим контингентом. Там все были отсидевшие. Кто не сидел, тот не человек. Там такой лозунг был. А я туда затесался. Интересно было. Когда-нибудь расскажу поподробнее. А сейчас начну пробовать щуку. Люди бережно обращаются с самым уважаемым животным. Щука. Вкусно. Фарширована щучкой. Ну, что еще они грамотно дополнили к холодной этой фаршированной щуке? Такая паста. Она сделана из маринованной моркови. Сюда добавлены томаты,
и со щука. Я помнил кильку в томате. Обалденная. Килька 33 копейки стоила в Советском Союзе. И из нее варили даже борщ. Отмечаю, вкусно. То есть уважают волощуку. Щуку делать умеют. А вот это вот моченая брусника, а под ней, видите, вот такая вот розовая подложечка соуса. Это сливки с хреном и свекольным соусом. Вот такой вкус, знаете, как будто вот пирожное. Сладковато из-за брусники. Очень хорошо, прям. Уважаемые любители рок-музыки, я наконец-то осмелился. Сегодня я смелый. Я отнял у режиссера и продюсера вот это блюдо. Хоть я не любитель тартаров, но решил попробовать. Это тартар из тунца с зеленью и мусса. Из авокадо с горчицей. Ну, согласитесь, оригинально. Вот так, вот так. Все вместе надо. Уважаемые любители рок-музыки, я меняю свое мнение о тартарах. Это вкусно. Соус из авокадо с горчичкой. Прям щиплет язык. Классно. Вкусно. Во. И... вместе с тунцом, ну просто изумительный вкус. Ну, не зря, Борис Николаевич. Вот здесь вот он с Биллом Клинтоном поглощали всякие русские блюда. Борис Николаевич знал, чем удивить гостя заморского. А вы знаете, что самое тяжелое у человека в жизни вообще? Что тяжелее всего делать? Менять собственное сознание, свои собственные представления, привычные о мире, о музыке. Вот привык он, допустим, там, к шансону, и все остальное для него не музыка. Или привык к хэви-металу, тоже все остальное не музыка. Тяжело менять привычки. А я сегодня совершил подвиг, я поменял свое мнение о тартарах. Это, оказывается, великолепное блюдо в умелых руках. Поэтому, да простит меня мой режиссер и продюсер, но я еще кусочек съем. Хорошая. Но... не все так сладко, как хотелось бы. Начинаю ставить минусы. Но вот такую соль принести, мы же не в вагоне, извините меня. Даже не в вагоне-ресторане, а мы в дорогом ресторане. Но соль принесли в пакетиках. Дикие люди, соломки нету. Но меня поправил мой продюсер и режиссер. Скорее всего, что это в связи с коронавирусом. Они подают такие запечатанные пакетики. А я уже хотел минус ставить. Меняю, опять видите, меняю свое сознание, меняю свое представление о мире. Резко, я быстрый человек. Я меняю свое представление. Молодцы. Ага, это плюс. Я хотел минус поставить, а это плюс. Вы спросите, а зачем тебе перец и соль? Что, не досолили? Нет, ребята, досолили четко, в точку. Вы же помните, да, что когда в точку посолено, это говорит о том, что повар мастер своего дела. Не трус, который боится пересолить, и не дилетант, который пересаливает ему по барабану, как получилось, так получилось. Нет, тут посолено в точку. Я просто вам напоминаю, что в хорошем ресторане подают закусочку хрустящий хлеб, слышите, как он хрустит, и вологодская маслица для затравки аппетита. Бумажечку снимем. И вот его я люблю посолить. Я рукой, с вашего позволения. Как опытный хохол. Я руками посолю. У меня дома соломки исключительно руками надо брать. Пальцами. По-настоящему. Хлеб хороший. Свеженький. Хрустящий. Масло очень хорошее. Вкусное масло. В магазинах продают в этих брикетах, там, ну, запаха нет. Оно вроде бы жирное, 82%, но жир. А это вкусом обладает молочным, вот этим молоком. Помните, вот это советское вкуснейшее масло, даже не то, что советское, когда ты приезжаешь в деревню, на ферму, на настоящую, и тебе взбили этого масла, оно прям пахнет маслом. Вот такое масло обалденное. С вашего позволения я повторю. Требую продолжения банкета. Такие. Моя душа требует съесть еще кусочек хлебушка хрустящего с вологодским маслом. Обалденно вкусно. Реально очень вкусно. Уважаемые любители рок-музыки, перехожу к своей второй холодной закуске. Вы знаете, я сегодня по закускам. Помните, я в театр приходишь и по буфету пошел. Я сегодня по закускам. А сейчас я хочу попробовать грузди соленые. Без сметаны грусть это извращение. Поэтому мы будем есть правильно, как настоящие русские интеллигенты. Груздик хорош со сметанкой и с луком. Вот мы его сейчас и
приголубим. Ребята, Борис Николаевич не зря здесь трапезничал с белым кантоном. Грузди, высший пилотаж. Класс. Свеженькие, хрустящие, чуть кисловатый, чуть соленоватый. Ну просто великолепно. О, повару 5 баллов. Сразу. Уважаемые любители рок-музыки, простите меня. Простите, тут было так вкусно, что я немножко забылся. Я забыл тосты произносить. Но это ж нельзя. Вы уж поймите, нельзя. Иначе тогда закуска превращается просто в еду. Это же неинтересно. Поднимаю тост за этот прекрасный город. Вот сижу, смотрю на него и думаю, ну как же мне повезло, что я живу в центре цивилизации под названием Москва. Многие думают, что цивилизация где-то в другом месте. Не, ребята, вот здесь центр цивилизации, и не только православной. Наша великая страна дает неограниченные возможности для развития людям. Неограниченные. Она правильно построена. Потому что здесь живут 200 национальностей, которые живут в мире и согласии. Она построена именно таким сетевым принципом, точно так, как строятся всемирные сети. Именно это делает ее современной, созвучной развитию мира. Вот почему мы очень перспективны, наша страна перспективна. Поэтому я хочу за это выпить. Меня ругают многие, говорят, да ты там лжепатриот. Нет, я не лжепатриот, я настоящий патриот нашей страны. Несмотря на все, что было со мной, хорошего и плохого здесь. А плохого было, поверьте мне, немало. И со стороны властей, и со стороны друзей, предателей, кучи, партнеров по бизнесу. Все было. Я как был, так и остаюсь патриотом России. И вот здесь мой любимый город, Москва. Поэтому за этот прекрасный город. Я дополню свою мысль, высказанную в этом тосте. Потому что, может быть, многие не поняли, почему наша страна созвучна миру, созвучна этому прогрессу, развитию. Да потому что мы открыты для мира. Мы перенимаем все лучшее, и мы никого не зажимаем. Даже откровенных русофобов, они здесь говорят, что хочешь. Им никто не закрывает рот. Мы критики не боимся. Меня радует, что наше руководство нашей страны понимает это. Я повторюсь, 200 национальностей здесь живут. Спокойно, мирно. И никто никого не притесняет, и не оскорбляет. И не угнетает. И этноцид не устраивает. То есть, когда убивает твою идентичность национальную, здесь этого нет. Здесь все живут как хотят, занимаются чем как хотят. Еще раз дополняю этот тост. Вот за это и хочу, чтобы мы были созвучны этому миру. Вот. Музыкальный такой тост. Они отставали от него. И не противоречили ему. А были созвучны и шагали в ногу со временем. Давайте за это. Теперь мне принесли вместо второго блюда горячую закуску. Фуагра в ягодном соусе. Но это сделано правильно, грамотно. Потому что настоящее фуагра, французское блюдо, подается в ягодном соусе. Сладком. Не испортят ли они мне впечатление вот этим третьим блюдом? Пробую фуагра. А ну. Ну что, ребята, хочу сказать вам. Они поступили коварно и не испортили впечатление от первых двух закусок. Сверху чуть-чуть хрустит, а внутри нежнейшая печень. И с вот этим сладким ягодным вот этим муссом, соусом, просто объедение. Вот то выражение. Язык проглотить и во рту тает. Вот это оно. Не испортили. Как мы пытались, не смогли. Ну и под такое блюдо грех не произнести хороший тост. Я хочу выпить за дружбу русско-французскую и за то, чтобы мы перенимали все лучшее, что умеют делать в других странах. Давайте. И делали это нашим русским достоянием. И еще лучше делали, чем они. Во, вот это я дополню. И наши повара это подтверждают. Мы делаем еще лучше, чем они. Я опять проявил коварство. И отнял у своего режиссера и продюсера его блюдо. А называется оно «Стерлядь завороженная». Ведь она завороженная. Она в небо смотрит, так ее заворожили. Что это такое? Рассказываю. Здесь немного риса отварного, клюквочка, кедровые орехи и вот этот сливочный соус с красной икрой. Сейчас попробуем, как она победит
в соревновании с фаршированной щукой или нет. Вы же знаете, что щука у нас непобедимая, главное. А ну, соуса, чуть-чуть рыбки. И вы не представляете, насколько нежно они приготовили эту стерлядь. Я аплодирую повару. Она действительно завораживает. Может, она завороженная, но она и меня завораживает. Вот такая вот щука, поэтому я хочу поднять тост. За то, чтобы мы своей жизнью людей завораживали. Вот мы приехали из Питера, побывали там на двух фестивалях. И меня некоторые музыканты завораживали, потому что музыка прекрасная, вот честно скажу. Electric Indians, отличная группа, просто мне очень нравится, что в этом направлении начали работать наши музыканты, потому что это прогрессивно. Это интересно, это разнообразно, это свежо. И это использование тех традиций, включение тех традиций, которые добивались музыканты, рок-музыканты в прошлом веке, в 70-е, 80-е годы. Прогрессив-рок, арт-рок, джаз-рок. Вот они это все использовали. Прекрасные музыканты. Но хорошие музыканты и инвертор, хотя я их вживую не услышал, но я проанализировал их музыку. Это очень прекрасный забойный металл, просто классный. Это металкор высшего класса, но матерятся сильно. Поэтому я хочу выпить за то, чтобы мы своей жизнью, своим творчеством завораживали людей и облагораживали. Вот за это хочу выпить. Давайте. Уважаемые любители рок-музыки, ну, дело близится к ночи. Мы поужинали в кафе «Пушкин» на летней веранде на крыше. Прекрасное место, внизу Тверской бульвар, а тут вокруг нас, видите, березки всякие цветут в катках. Такие вот прекрасные растения различные. Поэтому ты сидишь как где-нибудь на побережье Адриатического моря. Ну, хочу подвести итог сегодняшней нашей вечерней трапезе. Завороженная стерлядь вступила в схватку с фаршированной щукой и чуть не победила. Но вы знаете, что щуку победить невозможно. Поэтому стерлядке, конечно, пришлось тяжело. Хорошая, во рту тает. Но щука лучше, вы знаете. Но тем не менее отмечаю, стерлядь завороженная великолепная. Вода холодная, масло вологодское, пахучее. Очень вкусно. Хлеб хрустящий. Ну все, класс. Уважаемые любители рок-музыки, ну помогайте. Надо как-то срезать немного. Нельзя пятерки ставить. Ну просто нельзя. По принципу, ну нельзя. Потому что разбалуешь потом. Вот говорите, вот мы крутые, на 5 баллов все делаем. Думал, ну к чему додолбаться. Ну не знаю. Обслуживание прекрасное, вежливое. Оригинальное меню, с такой старинное, с такими старинными названиями, ну просто прикольно. Значит, вода холодная, масло вкусное, закуски прекрасные, ну все хорошо. Не знал, к чему прикопаться. А мне помог мой режиссер и продюсер. Видите, всегда есть подмога, когда рядом надежные люди. А ей в Тартарии попался небольшой волосок. И повторюсь, это не придумано, знаете, мы люди объективные, там был волос один, но мы скандалов не поднимаем, но за такой прокол в этот вечер я ему срезаю полбалла, 4,5. Повару пятерка, но кто-то волосок туда обронил, то есть шапочку не одел в момент приготовления блюда, вот так. Ну что делать, жизнь есть жизнь, будем надеяться, что они будут исправляться. Уважаемые любители рок-музыки, ну согласитесь, прекрасный вид на Тверской бульвар. Вот он внизу, «Известия», «Хоу», знаменитые рокерские, где нам удалось посмотреть «Rival Sons», калифорнийцев, вот такие, знаете, калифорнийский Led Zeppelin, класс, мне очень понравится, хорошие ребята. Вот, и мне приходится поднимать 2 балла. С 4,5 до 4,7. Почему? Хотели уже уходить. Они говорят, подождите. Мы в качестве извинения хотим вам дать тортик «Наполеон» и медовик. Подождите, говорят, 3 минутки. Вот стоим, ждем. Я вам рассказываю о Тверском бульваре. Ну согласитесь, это достойно. Люди отыграли 0,2 балла. Поэтому, повторюсь еще раз, классный ресторан, вот хороший ресторан. Ну, оплошности бывают, но ресторан великолепный. Рекомендую всем зарабатывать побольше денег и посещать вот такие вот заведения. О,
Я надеюсь, что я помещусь в лифт. Так меня накормили. Елена Ивановна, мне поместитесь? Попробую. Попробую. А ну-ка, захожу. Ну что, молодой человек, вот так вот все. Всем привет. Только так. О, молодцы, вот, только так и не иначе. Пусть пожелают нам удачи. Уважаемые любители музыки. Ну, опять Володю КСД в клеть посадили. В клеть, прям как Стеньку Разина. Ну, а что делать? Ничего не сделаем. Понимаете, судьба революционера рокерского, она такова. И в клете посидеть приходится. А что делать? Что? Ну как? Зато никак. Выходим. На свободу. Свобода. Вот она. Свобода. Уважаемые любители рок-музыки, мы уходим из кафе «Пушкин» с гостинцами, Медовичком и Наполеоном. Хотел удержаться, а судьба говорит: нет. Будешь честь вечером Наполеон. Ну вот так вот, судьба распорядилась, а что делать? Пойдемте. Лошадь подогнали, стоит, ждет. Держите. Спасибо вам. Держите. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём, интересны. Мысли, если сказаны Волощуком. Волощуком.